Здравствуйте, мои дорогие и уважаемые садоводы-огородники! Вы на канале Сад Огород Про. И в этом видео я расскажу вам, чем подкормить огурцы в августе, чтобы они плодоносили аж до самых заморозков. И давали не по ведру огурчиков, а прям хорошо так плодоносили, чтобы можно было собирать по 10 ведер огурцов. И чтобы были огурцы, конечно же, у нас продать, также закатать на зиму, ну и, соответственно, поесть в огромной семье. Либо же поделиться с друзьями, родственниками, у кого как. Для этого на ведро 10 литров воды мы добавляем хорошую охапку травы с огорода. Туда же добавляем полстакана сахара. Это нужно для того, чтобы наша травяная подкормка побродила денек-другой. Дальше, когда она побродит, через пару дней, мы все это переливаем, так как нам нужна только жидкость этого настоя. И добавляем в нее на 10 литров воды по одной таблетке янтарной кислоты. Это просто лучшая подкормка, которую мы можем дать огурчикам. Этот раствор далее смешивается 500 мл с литром воды и поливаются огурчики под корень, также можно и пройтись по листу. Я бы даже сказал, обязательно нужно дополнительно пройтись еще и по листу. Пользуйтесь информацией во благо, конечно же, и не забывайте подписываться на наш канал. Желаю всем всего доброго и до скорых встреч!